Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Messenger. Так, у нас ледяная вершина, ребята. Поэтому продолжаем. Так, тихо. Голем, не бутусь. Ё-моё, да что ж такое, не мог даже зацепиться. Так, прыжок. Так, ворона, а ну, пошла отсюда, еще скинь меня. Нет, этому не бывать, ребята. Отлично. Так, что у нас там за глаз прыгающий? Нервирует он меня. Он будет прыгать вниз? Нет, не хочет, ребята. Так, а мы не можем тут подняться. Так, ладно. Тихо ты. Сейчас додурачимся, ребят, чувствую. Так, давайте-ка аккуратненько. Так, крюк. Опс, ага. Дальше смотрим, что у нас тут. Ядрен батон, ребята. Так, там плевальщик этот стоит, который у нас стреляется, да? Ладно, попробуем перехитрить. Вот так вот, нормулька. Так, фонарики. Сосулечки, в общем, как обычно. Сосульки, фонарики, всякая ерунда. Так, ну что, давайте пробегать быстренько. Опа, как батька, отлично. Бегун, здорово. Далеко собрался. Так, големчик тут у нас родной стоит, притулился. Так, смотрите-ка, ребята, у нас здесь платформочки. Нужно как-то нам... Да чё нам, ёлки, ёдрён батон, давай вот сюда. Отлично. Вот отсюда попробуем. Ё-моё, не получилось, ребят, к сожалению, давайте заново. Да чтоб тебя. Так, да ё-моё, ну, в самом-то деле уже. Слушай, меня нервирует вот этот вот чувак там. Так, опа, нормуль. Слушайте, они еще скользкие, главное удержаться, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тихо-тихо, да что ж такое-то, а? Все, сейчас, ребят. Отлично. Получилось, как никогда. Так, у нас где-то здесь должен быть секретик. Не понял. Да, как-то странно, ребята, да? Секрет почему-то получился в той комнатке. Но там ничего такого нету. Так, ворона, вали. Так, опять это там снеговик катается. Оу, вот здесь главное не упасть, ребята. Хоп-хоп-хоп. Замечательно. Так, погоди-ка. Минус, погнали. Так, вот здесь надо быть аккуратненько, ребята. Здесь шипы. Это опасно. Перепрыгиваем. Побежали. Так, платформочки. Значит, надо прыгать, ребята. По фонарикам. Проще пареной репы. Так. Слушай, а там у нас будет дракон. А нужен ли он нам? Вот это вот вопрос интересный, конечно. Я думаю, что вряд ли он нам нужен. Да ёпрасоте! Так, тихо. Нервирует просто уже, на самом деле. Так, не падаем. Действуем, ребятушки, аккуратненько. Предельно аккуратно. Отлично. Так, секунду. Давайте вот сюда пойдем. Так, ну что же, там дракон у нас получается, да? Вот где-то, если отсюда сигануть, ну, мне кажется, что этого лучше нам не делать. Пойдем-ка лучше мы вот сюда, вот, в этом направлении. Хотя, смотрите, фонарики какие-то замороженные причем. Я их не могу разбить. Вообще ничего не могу с ними сделать. Странно. Ладно, ребят, пойдемте тогда вот сюда. Опа! Так, подбили. Надо запрыгнуть туда. Тихонько, ребят, тут у нас шипы. Не напороться бы на них. Так, тихо. Оп, отлично. Так, что здесь? Блин, ё-моё. Так, шипы, ребята, шипы. Аккуратненько. Главное, не напороться. Ой, ёлки-палки. Не увидел. Главное, не соскользнуть. И аккуратненько, потому что тут еще нас голем нервирует вот своими камнями. Блин, я даже не знаю. Как бы нам так сделать-то? Черт побери. Была, не была? Есть. Тихонько. Нормуль, все вышло у нас. Так, опять у нас прыжки. Ладно. И везде шипы, ребята. Везде, абсолютно. Поджидают нас. Ловушки где-то, ворона. Ворона где? Ага, вот она. Так, куда нам надо-то? Я думаю, что наверх.
Ну не вниз однозначно. Так, тихо, стоим. Так, смотрите-ка, в этом направлении у нас комнатка какая-то, ребята, есть. Давайте-ка ее навестим, посмотрим, что там. Опа-на. Оу. Сферочки, ребята, халявные. Смотрите, а внизу кто-то замороженный стоит. Это как, так должно быть или что? Хм, видимо, какой-то, ребята, просто прикол. Замороженные какие-то люди там стоят. Ха. Ладно, так, теперь двигаемся. Ну что ж, дальше наверх, как я понимаю. До самого портала нам придется, ребята, двигаться. Так, ворона, вали отсюда. Она на халявку захотела, да, полакомиться. Тихо. Так, голем, вали. Блин, не могу. Что за фигня-то? Так, погоди-ка, как мне? Ага, вот так, ребята. Опачки. А тут надо быть аккуратненько, ребята. Блин, тут еще... Так, тихо. Блин, да что ж такое-то? Да как мне сделать? А как Может, просто перелететь, в конце концов, а? Вот так. Нормуль. Так. Ага. Опасно, ребята, здесь. Опа, опа. Замечательно. Хорошо получилось. Ага. Здесь, значит, вот так вот. Так, ну пока ничего сложного, ребятушки. Опасно, но не сложно. Големы, успокойтесь. На, получил свое. Так, опять прыгать придется, да? Ладно, мышь летучая. Пошла. Ай, тихо, не упасть. Главное не упасть, ребят. Так, ты достал меня там. Оу, нет. Ну как так глупо-то, а? Главное не спешить. Оп, отлично. Так, еще раз. Так, хорошо, фу, ребят, хорошо на этот раз не сбил у нас. Так, давай забирай здесь сохранение. Ну все, теперь я спокоен. Даже если мы погибнем, мы начнем здесь недалеко. А то, честно говоря, припариваются бегать такие. Оу, магистр кислых щей здесь появился. Сейчас будет сбивать меня, наверное, да? Оп. Так, погоди-ка. Ладно, фиг с ним. Ребят, пойдемте сразу двигаться сюда, наверх. Опачки. Опа, пулечки, ребята, это мне надо. Воу, тихо. Нет. Блин, ребята, одна хпшка, хотел сказать. Давай-ка на этот раз аккуратненько мы это дело провернем. Блин, как меня бесят вот эти вот пыхтуны. Я их, ребята, сюрикеном подбить не смогу. Так, тихо, отлично. Все у нас получилось с вами удачненько. Наверх, опа, там что-то есть. Ха-ха. А как мне туда попасть? Непонятно пока, ребята. Так, тихонько. А, тут нормуль. Я думал, мало ли, какие-нибудь там шипы будут. Но нет, все хорошо. Так, давайте. Пыхтун, иди отсюда, а. Нервируешь. Так, замечательно. Можем наверх, ребят, с вами, да? И наверх. А там, по-моему, у нас все. Так, вроде бы. А нам здесь делать-то и нечего, по ходу дела. Ребят, мы здесь все, что могли, собрали. Сейчас еще отдуплимся нафиг. Пойдем-ка лучше отсюда. Оу. Погоди-ка. А, наверх. Ясно. Давай. Отлично. Оу, тут еще колобаха такая. Так. Значит, надо перепрыгивать. Тихонько, ребят. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Пора, брат. Опс. Ой. Ворона еще, блин. Да отвали ты. Фу. Нам, ребята, крупно повезло. У меня... О, сохранение. О, фу. Тихо. Готов. Так, дальше нам только вперед. И не шагу назад. Опа-на. Понеслась, бонзай, ребята. Готовы. Так, фонарики. Чпок. Ну, тут хорошо у нас получилось. Так, вот с этой платформы, ребят, главное нам не соскользнуть вниз. Я имею в виду там, где у нас шипы стоят. Оп. Ну, как обычно, мы начинаем дурачка валять здесь. Как же без этого? Никак, ребят. Эть! О, нормуль приземлился. Так, а дальше-то что? Еще платформочки, да, которые тоже так же будут из-под ног у нас исчезать. Так, ладно.
Отлично. О, я думал, ребята, будет намного сложнее. Но, как видите, все идет довольно хорошо. Голем нам не помеха. Так, ну что, ребят, практически мы с вами дошли до портала. Так. Зайдем в портал, а дальше нам нужно, ребята, с вами разгадать загадочку. Нам нужно в куда? В деревню попасть. О! Смотрите-ка, что мы... Я ощущаю силу Ракстина. Должно быть амулет у тебя. Хочешь перенестись к облачным руинам? Я буду рад выбраться из этого холода. Слушайте, к облачным руинам. Ну давай. Ха-ха, это же посох Ракстина, помните? У нас есть амулет, соответственно, мы можем им управлять. Так, сохранение. Эй, все получилось. Если захочешь вернуться, я буду здесь. Ух ты, вид просто нереальный. Ракстину что, трудно было оставить меня здесь? Да-да-да, тут и теплее, да, как говорится. Так, ну что, ребят, смотрим. Ну здесь есть где побродить. Ох, сколько здесь неоткрытых мест, ребята, я вам скажу. Но нам нужно, ребята, в деревню. Нам нужно как-то в деревню попадать. Слушайте, или мы здесь с вами остаемся, проходим вот эти вот все тайные местечки, или мы отправляемся обратно и идем к телепорту. Мне, конечно, хотелось бы вот здесь вот, наверное, подзависнуть. Давайте-ка, ребят, посмотрим, что у нас тут за такие тайные секретные места. Так, вот сейчас прямо перед нами будет местечко уже одно. Так, а как? Вперед, ничего не могу понять. Ага, воу! Ребята, опять сферы. Шикарненько. Круто. Ну что, одно местечко мы тайное с вами раскрыли. Так, давайте-ка отсюда выбираться. Ребята, может быть, нам вообще отсюда выйти из этой локации, а? Сбегать в деревню? Блин, ну если мы уже здесь... А, ладно, была не была, ребят. Фиг с ним. Пошли обратно. Хотел, думал в деревню сбегать, выполнить там все-таки это задание основное, но здесь столько соблазна. Оу, ёлки-палки, там пресс. Так, надо быть быстрее. Тихо. Не дуркуй, Рэй, не дуркуй, я тебя прошу, пожалуйста. Вот так, все делаем аккуратненько. Предельно аккуратно. Так, этот пресс нам, в принципе, не помеха, отлично. Так, ведьмочка летит, на-ка. Куда нам дальше? Нам дальше, ребята, только наверх. Здесь потому что тупик. Давайте прыгать. Ну что ты летишь ко мне? Так, ну здесь, ребят, все легко. Опачки. Так, здесь у нас получается что? Шипы. Плюс. Да, плюс пресс. Изи. Изи карточка, ребята. Так, куда тут? Куда-то вниз. Ага, ну все, понятно. Так, а это, я так понимаю, ребята, мы провалимся, если сюда, да. Не будем нафиг рисковать. Вот так вот, лучше будем делать по старой схеме, ого. Так, нам нужно перелететь, ребята, на ту половину. Полетели. Ну. Да елки ты палки, блин. Я просто, ребят, хотел потянуть время, чтобы эти шипы исчезли. Так. Оп. Ну, да блин. Ладно. Лучшего варианта не было, ребят, все равно. Пошли отсюда, охламонки. Так, здесь у нас подъемы, спуски. Подъемы, спуски, ребята, будут, так что. О, тихо, это ж пресс. Давай, аккуратно. Так, ну тут, ребята, нечего ловить. Так, смотрим. Я уже вижу. Ага, шипы в стенах. Так, вот здесь, наверное, придется нам цепляться. Ай! Так, тихонько, аккуратно. И, скорее всего, нам можно и наверх, и вниз можно. Так, тихонько, аккуратно. Парируем. Как-то вот сюда хочу приземлиться, отлично. О! Сейчас восстановим себе здоровье полностью, все. Нормуль. Да ёпарасоте! Взял, называется, подкрепил здоровье. Так, ну что, посмотрим, что у нас тут внизу. Опачки, ребята. Тайное становится явным.
А вот теперь знаете, какая у меня загвоздка? А какими мы должны быть? Такими или обычными ниндзя, а? Как вы думаете? В каком облике нам нужно двигаться? Давайте в этом попробуем. Так, прикольно. Так, тихо. Надо аккуратненько, нормуль. Ой, ё-парсете. А по-моему ничего не изменилось, да? Как было, так и осталось. Единственное, что локации более красочными стали. Ну что же, продвигаемся сюда. Тут у нас телепорт должен быть где-то. Где он? Не вижу. Где телепорт? Ну не телепорт, а сохранение, ребят. Так, секунду. А, видимо, ребята, вот он, да. Отлично. Ну что, нам надо вниз. Вниз двигаться. Парируем. Истребитель полетел. Так. Опачки. Так, ладно, я вижу ведьмочки. И также платформы, которые, ребята, будут из-под ног у нас. Как говорится. А, ну тут нормуль. Мы вернулись обратно в старого ниндзю. Так, подниматься наверх, там у нас. А что там у нас? Там у нас ничего, ребят. Шипы. Погнали. Ага, хорошо. Сохранение. Е! Замечательно. Блин, я вот больше всего обожаю, когда, ребята, сохраняешься. Сразу как-то так отпускает. Так, что у нас тут? Есть какой-то прикол, нет? Да нету вроде бы ничего такого серьезного, да? Комнатка странная какая-то. Так, шипы опять. Угу. Я понял. Надо успевать, короче, перепрыгивать. Ну, здесь хорошо, здесь все изи. Так. Ведьма, ведьма преследует, гадина. Не одна причем. Оу. Разобрали и не поморщились. Так, ребята. Нам надо вниз. Так, вот не могу. Вот как, ребята, нам попасть вот туда вот? Ведь сюда вот как-то можно же. Но ведь все закрыто. Не знаю, ребят, как тут открывать это можно. Но можно как-то, видимо. Может быть, пока у нас нет этой способности. Преграждает нам путь там, ребят, стена. Так, что тут? Так, секунду, а как мы тут? А, наверх можно. И там, ребята, где-то у нас камень силы спрятан. Интересно, а где? Вот здесь тоже не пройти, ребят, смотрите. Видите, стена. А их не должно быть, их как-то можно убирать. Или еще что-то в этом духе. Очень странно. Ну, может быть, в дальнейшем как-то мы получится справиться с этой загадкой. Может быть, уберем. Или какая-то у нас появится возможность, способность. Опа, опа, опачки. А как я тут должен так перелететь на ту стену, наверное, ребята, да? Попытаемся давать. Оу, не-не-не-не. Ну зачем я вот так начал делать? Так, смотрите-ка, здесь еще вниз можно как-то. Хм. Так, сохранимся. Давай-ка, наверное, вот сюда слазим. Пыхту. Пошел отсюда. Ты нам не нужен, ты нам не нравишься. Воу. Так, а здесь я не был, ребята. Здесь нужно сделать разведочку. Так, тихонько, тихонько. Так, перепрыгиваем. А, ну тут нормально, ребят. Я думал, что какие-нибудь подвохи будут. Нет, просто перепрыгнуть, да и все. Делов-то на копейку. Ха! Отлично. Давайте тогда подниматься вот сюда. Оп. Ага. Так, две вороны. Мне не нравится это, ребята. Минус. А вот ту нижнюю я не смогу, к сожалению, подбить. Хм. Ладно, давайте на шару побежим. Так, главное... Тихо, тихо, тихо. Да иди ты отсюда. Так, перепрыгиваем, ребят. Аккуратнейшим образом, ребята. О! Вообще великолепно получилось. Так, что это еще такое у нас здесь? Блин. Ядрен батон. Надо резко все это делать. Так, ребят, тихо, 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 тихо. Оп. Ладно, хорошо. Первая попытка у нас прошла удачно. Так, надо вот здесь. Бежим, 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 бежим. Вниз, вниз. Ага. Так, ну что, давай посмотрим. Так. Нам нужно успеть. Не-не-не-не-не-не. Блин, ребята, ё-моё.
Давай. Ай, тихо. У-ху. Шикандос. Тихонько, блин. Ребят. Да ну нафиг. Фух. Так, ребята, вот здесь вот надо аккуратно. У нас одно всего лишь касание. Блин. Так. Погнали. Вот, может быть, здесь. Вдруг здесь. Е-е-е. Мы можем подхилиться. Так. Короче, смотрите, ребята, как это будет у нас происходить дело. Бежать надо будет вот так вот. Потом за... Ого! Опасно. Ну, деваться некуда. Так. Опа. Е! Вот так вот, ребятушки. На одном дыхании все это дело и проходится. Главное... О, опять меняемся. Так. И что же у нас теперь, ребята? Так, внизу камень... Печать силы, да? Хорошо, надо нам как-то будет получить его. Опа, опа, опачки, со всех сторон прессуют. Ребята, прессуют со всех сторон. Так, ладно, здесь мы пробежим. Так, вот тут нужно нам успеть. Так, поехали. Быра. Так, тут, надеюсь, все нормуль. Отлично. Земля, как говорится, под ногами. Так что... Так, тихо ты, нафиг пугаешь меня. Так, погнали. Ага. Ну, это легко, ребят. А вот знаете, что мне не нравится, ребята? Вот сеть... Оу! Я же помнил этот уровень, ребят. Во всем виновата спешка, как всегда, ребят. Да, вот, сейчас он у нас поднимется, потом он спустится. И только тогда мы с вами ломанемся. Так, давай. Быстро. Тут надо все очень быстро делать. Во! Отлично. Так, ребят, а вот здесь вот нам нужно с вами подобрать местечко. Я думаю, вот... Вот здесь где-то должно быть оптимально. Не, вот тут вот. Вот тут. Сейчас, ребята. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Фух. Хорошо получилось, что так. Сохранение. Так, это что у нас тут за приколы еще? Так, надо перепрыгивать, да? Ладно. Так, тут парировать. Опачки, ребята. Ого. Опасно. Нет. Ай, елки-палки, ладно, переиграем. Вот в этом вся и суть, что летишь и не знаешь, ребята, что тебя ждет впереди. Зашибись. Так, ну что же, нам чисто наверх. О, вот это обязательно нужно подобрать, такие сладости тут. Опа, ребят, нифига, пресс, а я там стою, наслаждаюсь жизнью. Немножко бы задержался и раздавило бы. Вот так вот, нужно быть предельно внимательным. Странно, да, для чего здесь вот этот вот... Крючок, непонятно. Так, ладно, ребят, давайте с вами двигаться дальше. Оу, тихо ты. Ну и что, к чему вот это вот, ладно. Мостик исчез, фиг с ним. Слушайте, смотрите, на самом деле непонятно, для чего вот эти вот крючи здесь. А, я понял, кажется. Когда мы с вами будем в другом обличии, здесь, наверное, будет пропасть. И нам придется цепляться за эти крючи. Ясно, ладно. Давайте смотреть дальше. Так, погоди. Так, вот так вот сделаем. Нормуль. Так, а здесь как? Ага. Все. Блин, ловушка на ловушке, ловушка, ребята, погоняет. Вот честно вам скажу. Здорово. Две булавушки, так, ладно. Что нам нужно делать? Как вариант, можно пробежать, можно перепрыгнуть. Опа. Опа, нормуль. Давайте-ка аккуратненько. Потому что вот так вот тоже прыгать, это, ребята, можно так втюхаться, если честно. Прыгнешь, а там, например, нет земли. И полетел в пропасть. Так, аккуратно, здесь у нас какие-то глаза. Кари. Или какие там, блин. Ладно, хрен с ним. Тихонько нафиг. Да отвали ты, а. Так, нормуль, здесь у нас хорошо получилось. Опачки. Блин, ворона мне это не нравится, ребята. Их там две штуки. Так, нам нужно лететь. Ага, активировалась, гадина. Так, вторая, подожди. О-о-о-о-о-о-о-о. Хотя, в принципе, я же могу стоять внизу, да? Ах, шипы здесь. Так, понятно, ребята. Аккуратненько тогда надо. Надо аккуратно, предельно аккуратно быть. Потому что здесь шипы, ребят. Если не... Не-не-не-не-не, да ёпарас это. Ну нафиг так делать-то.
Летит мой птенчик, дорогой. Давай аккуратно, аккуратненько. Так, хорошо, замечательно. Ага, все. Прилетели, наконец-то. Так, поехали. Булавушка, ага, две. Ну что, тут, в принципе, ничего сложного нет, ребят. Так, минус. Да-да-да, конечно, тихо. Никаких шипы нам тут не нужны. Замечательно. Так, а это что? А, платформа, ребят, двигающаяся. Так, давай-ка мы, наверное, сейчас... Интересно, а нам вниз нужно, нет? Так, внизу что-то есть, ребят. По крайней мере, там охламон, который бросается. Я даже не знаю, стоит ли туда вообще прыгать или нет. Не будем, наверное, да, ребят? Так, нет, туда не стоит. Поехали. Наверное, мы с вами отсюда нафиг. Вот так вот. Отлично. Так, здесь у нас... Тут аккуратно надо планировать, ребята. Так, потихонечку, потиху... Ай-яй-яй-яй-яй, печалька. Давай только аккуратно. Так, лучше, как говорится... Ага, все, отлично. Так, ну иди сюда, карга старая, лети. На. Так, аккуратно, ребята, аккуратно. Блин, да что ты, еще лезет. Ух. Мастерство не пропьешь, как говорится. Так, сохранение. Оу, ребята. Опять изменения у нас, да? Угу. Так, оп, не то. Не то, ребята, нам нужно вот здесь. Аккуратненько, чтобы не раздавило нас. Чтобы не раздавило и, как говорится, не расплющило. Вниз, нам нафиг, наверное, не нужно вниз, да, ребят? Давайте вот сюда пойдем. Так, ага. Ведьмочки, ладно. Ого, так, ребята. Все, я понял, бежим следом. Замечательно. Так, а что у нас там внизу? Смотрите, ребят. Внизу, опачки, шипы сходятся, ага. Ёлки-палки. Тут тупик, нам нужно, ребята, взлетать. Так, тихонько, тихонько. И главное, чтобы нас еще не раздавило. Оу. Так, вот надо как-то, вот так, отлично. Так, тихонечко, нормуль, спокойно здесь. Здесь у нас все спокойненько. Так, ну что, ребята, идем за камнем силы. Так, ядрить тебя на корень, ты посмотри. О-оу, тут, наверное, придется, ребят, нам помучиться. Так. Ну, хорошо, здесь мы цепанемся, да? А вот здесь-то как быть? Парировать, так. Ай, чуть-чуть не хватило, ребят. Ладно. Мастер-ниндзя вперед, как говорится, да? Так, тихонько. Так, парировать надо будет, ребята. Так, есть. Ну что, цепляемся к этой стенке. Да, в принципе, ребята, вот и все. Ничего сложного на самом деле и нету. Ну что ж, зато еще одна печать силы у нас, ребята, в кармане. Но мы продолжаем наше путешествие. Так, сохранение. Так, тихо. Это что такое у нас? Ладно, давай. Нормулька, теперь наверх. Сохранение, замечательно. Так, можно куда-то вниз. Да, вот сюда, ребята. Так, ведьма. Погоди-ка, а как тут? Фу! Погоди, я что-то не помню, ребят. Ну это какая-то фигня полнейшая, эй! Зашибись, да? А как я там должен был пройти? Самое интересное, что... Блин, а здесь что-то такое длинное, ребята. Так, ладно. Ё-моё, тут нет, ребята, не на чем... Не на чем даже постоять. Нам постоянно вот так приходится делать. А как дальше-то? Эй! Хоть кто-нибудь появись, чтобы я дальше мог продвинуться. Мне туда не допрыгнуть. Блин, очень мало здоровья. Так, тихонько. Не спешим. Фу! Нормулька. Так, что дальше-то у нас тут? Понятно. Опять же нет у нас, ребята, земли. Надо вот по этим фонарикам прыгать. Блин, не упасть бы еще. Вот в чем проблема-то. Ёлки-палки. О! Это у нас кто такой? Здравствуй, маленький фабиянин. Все хорошо? Ой, здравствуй, я Акро. Как ты здесь оказался? Какая ирония, да?
Это долгая и печальная история, а мне пора вернуться на рабочее место. Спасибо, что спас меня. Да не за что, в принципе-то. Я тебя чисто случайно, честно говоря, увидел здесь. Так, ну что, нам надо как-то вот так, ребята. Ой, блин, да что ж ты. Мастерство ниндзюцу. А так вот, тихо. Нормуль, все хорошо, ребят. Так, парируем, да? Парируем. Тихонечко. Оу! Опять земли нету, ребят. А нет, есть. Фу, есть. Так, тихо, отвалите от меня. Поганые злые ведьмы. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а здесь у нас... Ага, понял, ребята. Короче, фонарики только и ведьмочки. За счет них мы должны с вами отпрыгивать. Так, ну двигаться там нам нужно вот в этом направлении. Тихо-тихо, фу. Тихонько-тихонько, надо вот так. Так, отлично. Блин, какая же сложная, ребята, интересная игра. Так, а вот тут-то что? Вы посмотрите. Ладно. Предположим. А как нам вон туда попасть? Смотрите, перегородка нам мешает. Ха-ха. Парировать, что ли, нам надо будет? По-моему, да, ребят. Или как, я не знаю. Давайте попробуем парировать. Надо спрыгнуть как-то. Блин, я даже не знаю, ребят. Боюсь, не долетим. Но попробовать надо. Страшно, блин. Так, вот так, предположим. Ага. Ё-моё! Тихо, Рэй. Фу, ладно, хорошо, мы продвигаемся как-то дальше. Слушайте, а вот здесь, наверное, не получится, ребята. А может быть, получится. Надо выбрать, как говорится, точку опоры. Поехали. Да ну нафиг, блин. Не, давай-ка мы лучше будем цепляться. Мне кажется, так эффективнее. Ну-ка, давай попробуем. Так, вот если сейчас... Отлично, тихо, не падаем. Так, здоровье, пока у нас нормуль. Так, хорошо. Фух, была не была, надо пытаться, ребята. Главное, чтобы он нас не сбил. Вау, отлично. Так, последний, по-моему, да? Да, ребят, последний, поэтому... Тихо ты, да здесь можно и так. А, не достаем. Ну-ка, да гад, ну, во, отлично, ребята. Ну что же. Ну, а теперь все изи, давайте крепляться за стенку и поползли. Замечательно. Так, тут у нас ничегошеньки абсолютно. Так, а наверху я вижу, ребята, будет у нас печать силы. Поэтому нам нужно как-то... Слушай, а что подпрыгнуть? Я не могу, ребят, не хватает мне. Эй! А как быть-то? Так, может быть, вот так от фонаря... Ага, нормуль. От фонаря надо было. О-о-о! Смотри-ка, халявная печать силы, ребята, стоит и ждет меня прямо. Рэй говорит, забери меня. Я твоя. Естественно, заберу. Круто. А что, получается, я сюда только за ней шел? Все? Больше здесь никуда нельзя пройти. Так, сфер много. Да, ребята. О-хо-хо. Это печалька. Ну что, давайте тогда зайдем, наверное, в портал. Ну тут тупик, ребят, смотрите сами. Назад возвращаться, я думаю, это не вариант. Хотя вон там, ребят, тоже есть печать силы. Блин, я даже не знаю, что делать. Давайте зайдем вот сюда. Так, у нас же здесь можно... Можно же, да, можно. Так, отлично. Ну что, поговорим с ним? Можем... Давай-ка улучшим. Не хватает, к сожалению. О! Восстанавливающий дух. Так, ОЗ плюс один, ребята. Так, тропа стойкости. Усиление защиты. Отлично. И здесь тоже, естественно, ребята. Ну что, я так понимаю, только лишь бич демона нам осталось. Все, отлично. Так, давайте теперь как-то возвращаться, ребята, в деревню. Я, по-моему, знаю, что здесь должен быть какой-то короткий путь. Нам нужно только его найти. И также не забываем, что у нас есть с собой нота. Ну что же, да, это мы все, ребят, с вами читали. Он сейчас скажет про птицу, которая возвращается в гнездо. В общем, вы помните это с прошлых серий. Так, да понятно все. Мне нужно выложить ноту. Ага. Так, вот она, ребята. Ух. Нам нужно еще найти 5 нот. Судьба распорядилась так, что только сложив мелодию. Да, это я понятно. Снять проклятие. Чтобы сложить мелодию, нам еще необходимо 5 нот. Понятно. Так, где у нас, ребята, находится
деревня. Надо найти ближайший телепорт к ней. Так, смотрим. Карта, где мы... Ага, вот здесь мы с вами оказались. Ага, синие холмы. А вот это, по-моему, ребята, у нас... Да, там будет как раз деревня. Слушайте, ну это самый, наверное, короткий путь, я думаю, будет. Так, мы если его по-быренькому сейчас пробежим, окажемся в деревне, там выполним задание определенное. Поэтому, ребят, нам только так остается делать. Тихонько. Главное не упасть нафиг здесь. Я помню эти приколы. Да чтоб тебя, да дважды на одном месте, а? Как специально, нарочно не придумаешь. Тихо, 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 не буянь. Все хорошо, расслабься, отдохни, успокойся. Выпей зеленого чаю, восстанови силы, в конце концов, Рэй. Наверное, тебе пора сделать, оу, небольшой перерыв. Почему тебе так кажется, ребят? Уже, знаете, никакой концентрации, полная рассеянность. Ладно, ребята. Так, тихо, тут... Да нам, в принципе, наверх не нужно. Нам нужно все влево, 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 влево и до упора. Да, так что извините, бабочки, как-нибудь в другой раз. Так, ёпарсы, да что ж ты... Да, действительно, ребята, по-моему, надо маленечко отдохнуть. Так, иди отсюда. Слишком... Погоди, а что... А, здесь вот так надо, ребята. Под водой. Ну, это, в принципе, ерунда. Как я сильно хочу, ребятушки, попасть к себе в родную деревню. Я там 1000 лет не был, не знаю, что там у нас... Оу, что у нас изменилось? Так, а здесь абсолютно ничего не могу сделать. Просто тупик, и все. Так, ну что, по прямой? Так, по прямой, ребята, естественно. Так, оу, совсем забываешь, ребят, про то, что здесь когда-то... Ворона, иди отсюда! Пыхтуны, родные мои, бэм, минус. Да иди ты отсюда, носорог. Так, ну я, ребят, знаете, как чувствую себя на расслабоне. О, тихо, тихо, так, погоди. Еще не, нет, надо уничтожить его нафиг, мешается он только здесь. Так. Бонзай, хоп, хоп. Так, минус. Минус, отлично. Самоубийцы. Так, а здесь мы становимся обычным, ребята, ниндзей, да? Так и должно быть, по ходу дела. Ладушки, да ё-моё, вот спешка это вечно. Так, у нас подкреп, давайте подкрепимся. Вот так вот. И просто с вами перепрыгиваем. Так, погоди-ка секунду. Ага, земелька. Слушайте, а каким я должен быть? Давайте вот так вот попробуем. Не знаю, правильно, неправильно я сделал, но проверим, ребят. Может быть, я должен быть обычным самураем, не таким, никак, не из будущего. Так. Ай! Да что ж такое-то, а? Так. Ну что, блин, да ё-моё, когда ж деревня-то уже будет? А, вот, ребята, я все равно здесь становлюсь обычным ниндзей. Хотел прийти, знаете, ниндзя из будущего, но я опять обычный. Ладно, хорошо, посмотрим, что у нас из этого изменится, ребят. Так. Минус. Аккуратненько, пыхтунчик. Все равно, вот надо было вот ему задеть меня, а? Блин, какая же долгая дорога у нас, ребята, в нашу родную деревню. Правда? Правда. Все поросло, какие-то тупики. Не помню я такого, чтобы все так было. Так, ну иди отсюда. Так, хорошо. Ну, да, ребята, вот она моя деревня начинается. По-моему, да? Или нет? Нет, по-моему, еще не деревня. Нет, деревушка, все, все нормально, ребят. Ну, есть кто живой, я домой пришел. Не понял. А, вот, я только захожу, ё-моё. Ух, ну, надеюсь, кто-нибудь тут остался. Так, сохранение. Что-то тишина какая-то. А, нет, смотрите-ка. Ну-ка. Наш чемпион вернулся. Как складывается твое приключение? Все немного сложнее, чем я рассчитывал, но музыка потрясающая. Ты ушел слишком рано. Мне следовало передать тебе силу истинного зрения. Истинного зрения?
Этому приему редко обучают таких молодых воспитанников, как ты. И если, конечно, твой разум можно расширить. Ну, как я могу расширить свой разум? В этом тебе поможет чашка теплого астрального чая. Увы, несколько лет назад у нас закончились астральные листья. Осталось лишь одно единственное семечко, но пройдут века, прежде чем из него что-то может вырасти. Отдай мне семечко, и я попробую что-нибудь сделать. Я надеялся, что ты так скажешь. Ты получаешь астральное семя. Осталось только найти клумбу и подождать несколько сотен лет. Хе-хе-хе-хе-хе. Это что, прикол такой местный? Или что? Опа, опачки. Нифига. А так и должно... О, ребят, смотрите-ка, печать силы впереди где-то. На халяву, давайте-ка посмотрим. Смотрите, ребята, я только через астрал прошел, да, и уже прошло, ну, типа, несколько сотен лет. Слушайте, а где мы можем найти с вами клумбу для семечка? Так, мне, наверное, придется, ребята, обращаться к старейшинам за ответом. Так, ну, вначале мы посмотрим, где тут у нас... Где тут у нас? Тупик. Ха. А оно где-то наверху. И как мне туда попасть? Ребят, абсолютно никак, потому что... Так. Здесь у нас тупик. Я не могу даже прыгнуть в море, так скажем. Стенка невидимая, короче. Хм. Зашибись. Не знаю, ребята, как туда попасть можно вообще. Ладно, делать нечего, нам придется возвращаться. Хотим мы этого или нет. В общем, короче, возвращаемся мы с вами к старейшинам, да? И дальше узнаем, что нам нужно сделать. Где нам найти эту чертову клумбу, чтобы посадить вот это вот астральное семечко. Чтобы, естественно, из него выросло что-то. И мы смогли с вами дальше продолжать сюжетку. Так, вообще никого ничего нету. Даже ни братьев моих, ни учителя моего. Ничего, просто какие-то механические дома полуразрушенные. Так, фига такие базы, да, ребят? Все поменялось, да? Ага, поменялось, ребят. Ха-ха, такого не было раньше. А, монстры нифига не изменились, ребят. Как были, так и остались. Так, тихо. В общем, нужно мне, ребята, сейчас, ё-моё, добежать до портала. В портале зайти к старейшинам. Так, а что, для чего это? О, тихо, понял. Я все прекрасно понял. Так. У старейшин, короче, нам нужно спросить дальнейший план наших действий и, естественно, его придерживаться. Потому что сами мы ничего здесь не сможем сделать абсолютно. Без подсказок ничего не выйдет. Так, хорошо. Так, платформа ездит, ну это ерунда для нас, в принципе. Так, вот у нас, ребята, скоро портал будет. По-моему, это портал или это сохранение? Нет, портал. Так, внизу он, да, находится? Ну что ж, давайте тогда мы с вами... Ага, вон еще портал. Блин, тут дофига тоже чего еще не сделано. Так, ну мы можем или так сделать с вами. У нас выбор, как говорится, есть. Давайте сюда зайдем. Сохранение? Нет. Пойдем-ка сюда лучше. Нам нужно поговорить со старейшинами. Так. Давай-ка... Ах, тут нельзя. Погоди-ка. А как же загадка? Может быть, нужно нам с тем вначале поговорить, который раздает ноты? Точнее, дает задание на ноты. Так, хорошо, давай-ка попробуем. Ну и что же мне делать дальше? На фоне прекрасного заката голодные ботаники оказались слишком терпеливы, что их и погубило. Голодные ботаники. На фоне прекрасного заката. Ха. Так, ну-ка, пойдемте, ребята, спросим теперь у нашего кореша. Может быть, он нам даст подсказку, как он это любит обычно делать. А ну-ка. Да, мне нужна подсказка. Я все никак не постигну смысл слов. Может быть, я смогу помочь? Конечно. На фоне прекрасного заката голодные ботаники оказались слишком терпеливы. Ух ты! И ты ему веришь? За 300 осколков времени я смогу воспользоваться хрустальным шаром и отметить нужное место на твоей карте. Ага, вот оно, ребята. И находится оно в горячих скалах. Горячие скалы, подожди, кто у нас там?
О, как это же эти... как их звать-то, ребят? Циклопы, ё-моё, точно. А почему они ботаники? Они же не ботаники, ёлки-палки. Так, давайте искать тогда самый короткий путь туда. О-оу, это, по-моему, не короткий, ни хренашечки, ребята, путь. Хотя, если... Нет, ну как-то... Вниз мне не особо хочется вот это вот все, ребята, пробегать. Может быть, мы найдем с вами более короткий путь, как вы думаете, а? Я так лично думаю, что надо посмотреть. По-моему, есть телепорт, который прямо находится именно там, где нам нужно. Именно в огненных скалах, да? Так, смотрим. Так, это оно. Во, ребята, горячие скалы, смотрите. Ха, нам всего лишь нужно подняться наверх. Изи, изи. Поэтому давайте. Так, что такое? Ага. Ну что, полетели? Пташки, вау, 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 вау. Так. Ну, в принципе, нормуль. Так, собираем. Слушайте, а вот знаете, что самое интересное? Вот здесь вот есть изменение времени. Каким я должен быть? Из будущего? Или из прошлого? По-моему, из будущего, если я, ребят, не ошибаюсь, они там будут скелетами, так? Ладно, посмотрим, давай. Так, я в уцеле, ребята. Я не знаю, как взять нам печать силы. Ну, короче, пойдемте к циклопам, к этим. О-оу. Уйдет немало времени, прежде чем что-то здесь прорастет. Так, а я могу семечко-то посадить? Эй! Блин, вот это фигня, ребята. Короче, знаете, что нам надо делать? Нам, скорее всего, придется вернуться. Да я понял уже. В прошлое, короче, вернуться. Прийти сюда старым, в старом образе ниндзи. Короче, вернуться в прошлое. Посадить семечко, скорее всего. Ну, а потом опять вернуться в будущем. Наверное, только так, ребята. Поэтому, блин, придется опять бежать мне до того самого портала, который изменяет время. Больше здесь абсолютно ничего. Они со мной даже говорить не будут, потому что они мертвецы. Так что, ребятушки, ничего не поделаешь, придется делать. Ну что ж, давайте проверять мою гипотезу. Правильно, неправильно, я не знаю. Так. О, прошу прощения. Что, кроха? Можно мне воспользоваться самым уголочком вашей клумбы? Мне нужно посадить одно семечко. Не вижу никаких проблем. Возражаешь, Сил? Никак нет, Ачи. Чувствую себя как дома, кроха. О, видите, ребята, о чем я вам и говорил. Короче, я посадил семечко, уйдет немало времени. А теперь мне нужно уже изменить время, то есть будущее, чтобы было. И тогда это семечко у нас прорастет. Но, надеюсь, я оказался прав. Давайте проверим. Оу, так. Ты получаешь астральные чайные листья. Старейшина ниндзя знает, что с ними делать. Ага, теперь, короче, мне, ребята, нужно возвращаться обратно в деревню. Ё-моё, это опять такой путь делать. Ну что же, вот она, ребятушки, моя деревня, вот старейшина. Погнали. Добро пожаловать, юный искатель приключений. Приветствую тебя, старейшина, я принес чайные листья. Впечатляет, похоже, тебе удалось покорить само время. А, снова ощутить вкус астрального чая. Великую радость ты подарил старику, спасибо тебе и прощай, храбрый гонец. В плане? Да. Ты ведь должен был воспользоваться этим чаем, чтобы расширить мой разум и одарить меня силой истинного зрения. Ах да, сила истинного зрения, прости. Старее, разум все чаще уносится куда-то вдаль. Вот тебе свеча. Ты получаешь силу истинного зрения. Или другими словами, обычную восковую свечу. И все? Еще раз спасибо тебе за астральный чай. Надеюсь, ты найдешь легендарной силе восковой свечи достойное применение. Зашибись, а куда мне ее применять, эту, блин, восковую твою свечу? Я тебе могу только в одно место ее воткнуть, блин. Старик, ну ты даешь, а я столько сделал для того, чтобы принести тебе эти чайные листья, и на тебе, в благодарность он мне дает свечку. Так, ребят, ну что, у меня нет другого варианта, как идти опять к старейшинам, наверное, да? И узнавать, куда я могу вообще эту свечку, в конце концов, применить. А что еще остается делать? Не знаю. У меня больше никаких вариантов просто-напросто нету. Ну давай, рассказывай мне. Так, что делать дальше? Голодный... Опять голодный ботаники? Так я же вроде бы сделал задание, касающееся
циклопов. В плане, я не понял, а чё... Чё надо сделать-то? Ну, подсказку, давай подсказку. Так, ну... Так, да. Так, нужное место отмечено на твоей карте. Да ё-моё, это ж... Да был я там уже! Блин, ребят, я не знаю, а чё мы там... А чё мы там не доделали? Странно. В общем, короче, ребят, давайте мы туда отправимся и... Посмотрим, потому что я, ну... Не знаю. Может быть, надо с циклопом поговорить. Может, еще что. Короче, отправляемся опять к циклопам. В принципе, тут быстро все. О, давайте-ка посмотрим. Ребят, смотрите-ка. Что у нас тут? Оу, ребят, смотрите, третий чувачок. А как мне интересно до него добраться? Блин. Это же лава, я так понимаю, да? Ну-ка, давай проверим. Все ясно. Главное, чтобы действительно хоть что-то, ребята, поменялось. Иначе это будет полный звездец. О, вот они. Так. Ну, это понятно, уйдет мало времени. А мне это и не нужно, в принципе. О, можно поговорить с ними. Эй, это же снова наш Кроха. Как поживаешь? Я принес вам чертополох силы. Что? А? Эй, а он не шутит, Сил? Похоже на то, Ачи. Нам все равно, как ты это провернул, Кроха. Бросай его в похлебку. Ты думаешь о том же, о чем и я, Сил? О, дело принимает серьезный оборот, Ачи. Пора хлебать похлебку. Опачки, опачки, ребята, прикол. И что с ними станет? Так. Я сыт, Ачи. И я доволен, Сил. Ну, проверим, какими мы стали сильными, Ачи. Я только этого и жду, Сил. Не двигайся, Кроха. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Как всегда, ребята, мутузили меня. Что ж, теперь мне необходимо поспать, Ачи. Верно, Сил? Спасибо тебе за все, Кроха. Ого, это куда это мы летим-то? Так-так-так-так-так-так, тихо-тихо-тихо. Опа! Что это за место такое, ребят? Ого, а я здесь не был, смотрите-ка. Ха-ха. Так, замечательно. Ну, давайте, ребят, хотя бы глянем, что у нас тут. Откроем, как говорится, этот тайный путь. Угу, замечательно. Так, погодите секунду. Мне нужно как-то, ребята, наверное, вот туда попасть, да? Ага. Эй, букашки, елки-палки, попрыгульки. Да чтоб вас... Вот так вот. Ладушки. Так, а в чем загвоздка, ребята, здесь? Я так и не понял. Ну ладно, это мы все сейчас быренько с вами прошуршим. Ого, портируемся. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, големы. Ладно, так, прыгаем сюда. Ну, я понял, ребят, мы с вами, ну, какой-то тайный проход, не знаю. Так. Ха, и что теперь? Вот замудрили-то, а. Так, мне нужно, ребят, по-моему, дальше идти вниз, что ли? Другого варианта нету. Здесь тупик. Вниз. Ладно, хорошо. Да ё-моё, ну... Да блин! Отлично. Вниз. Да, блин, я, по-моему, по кругу так буду, да? А ведь показано, что я должен вот сюда двигаться. А, все, понял, ребята. Вот сюда. Отойдите вы все от меня, ё-моё, а, достали. Опачки, опачки, опачки. Так, ворона, вали от меня. Не подходи. Ай-яй-яй-яй, у меня здоровья, ребята, очень мало здоровья. Ай, блин, гнида, а. Иди прочь отсюда, блин, а. Так, ребят, ну здоровье, по крайней мере, позвольте. Тихо, тихонько, тихо. Оу, так, надо аккуратно, блин. Фух, да ну нафиг, пойдемте отсюда. Подожди-ка, нормуль. О, нота, ребята, еще одна нота. Отличненько. Так, в копилочку к нам. Получается, нам нужно найти еще 4, да? Ну что же, я думаю, что есть смысл нам найти ближайший, как говорится, этот портал, в него прыгнуть и отдать ноту. Возможно, там, кстати, мы получим с вами новое задание. Ты получаешь ключ силы. Эта нота порождение физических черт силы Ячи, и она понадобится тебе для создания мелодии, снимающей проклятие. Понятно. Так, ладушки. И что?
А, ребят, смотрите-ка, тут как раз у нас и портал. Ну что же. Так, пойдемте, наверное, отдадим ноту. Заодно, наверное, нам дадут какую-то очередную загадочку. Я на это надеюсь. Ха-ха. Да, ребята, нам еще останется 4 ноты найти где-то. Так. Замечательно просто. Судьба раз... Ну, понятно, что это... Так. Чтобы сложить это, понятно, 4 ноты нам еще нужно. А теперь давай задачку. Ну и что же мне теперь делать дальше? Там, где ярко сияет солнце, а на душе светло и легко, крошечное существо парализовал страх. Слушайте, ну я, в принципе, понимаю, про кого он говорит. Так, давайте-ка мы все-таки убедимся. Давай. Давай ко мне подсказку, пожалуйста, дружище. Давай, давай, давай. Так, ну. Да, я ему верю. Так, 300 осколков, да, получай 300 осколков. Ого, так, бамбуковый ручей, ребята. Бамбуковый ручей. И как мы видим, вот здесь вот будет отгадка на следующее, ребята, задание. Бамбуковый ручей, ну что. В принципе, все изи. Нам надо только туда попасть. Так, улучшить, улучшить нам ничего не надо, ребята. У нас не хватает, как говорится, сфер. Ну что же, остается только одно, ребята. Нам добраться с вами до бамбукового ручья. В принципе, мы можем, по-моему, это сделать с помощью телепорта. По-моему, где-то у нас тут должен быть недалече находиться, да, этот проход. А ну-ка, давайте-ка посмотрим сейчас с вами, в какой именно портал нужно прыгнуть, чтобы оказаться в бамбуковом ручье. Так, это ледяная вершина, ребята. Это не то, совсем не то. Я бы даже сказал, это очень далеко от нашего места положения, куда мы должны с вами попасть. Так, тут-то у нас где? Так, это у нас горячие скалы. Ребята, это тоже не то. Да-да-да, это совсем не то. Так, у нас еще, блин, один портал, даже два портала, ребята, у нас закрыты еще. Вот так вот. Они должны быть у нас активированы. А это у нас что? Это воющий грот. Ё-моё, еще сколько здесь везде у нас, ребята, камней сил этих находится. Целая куча. Воющий грот. Слушайте, ну можно, в принципе, через воющий грот пробежать, и мы с вами окажемся в бамбуковой роще. Где-то уже близко, где-то уже рядышком. Я прям чувствую запах этого малыша, который здесь у нас прячется. Так. Ага, ну это для меня не помеха. Так, тихонько, тихонько. Да, конечно, ага. Так, подожди. Блин, что за фигня такая происходит здесь? Меня не запудришь. Не запудришь мне мозги. Так, а если я, интересно, вот так вот делаю, поменяется? А, ну да. Не получится, ребят, схитрить-то. Оу, внизу, ты смотри, какая фигня. Бомбеха, которая просто прессует. Тихо. Так, давай. Не понял, а что, это что такое сейчас было? Это как я так взлетел? Тихо, раздавит. Нет, 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 повезло. Погоди, аж. Оу, я должен еще вернуться. Ребят, вот это жесть. Так. Ладно, хорошо, предположим. Ага, нет, нифига, нам нужно ниже, ребята. Да, ниже нам нужно попасть. Пыхтун вот этот вот нервирует меня. Вот так вот. Блин, не попал, не попал, ё-моё. Надо в прыжке, ага. Так, и следующий у нас, ребят, там телепорт. Вы увидите его, вот он. Вот здесь пыхтун как раз стоит. Так, теперь, значит, ага. На стенку, от стенки потом на крюк туда. Вот жесть, вот замудрят, а. Фух. Так, здоровье, здоровье пока есть у нас. Так, тихонько. Блин, вот надо было вот задеть. Так, погоди-ка. Парировать. Ясно. Ладно, это не опасно, это не критично. Подожди, а куда мне надо-то? Секунду, я что-то не понял. Ладно, так, так. Оу. Понял, понял, ребята. Это надо нам умудриться сейчас вот туда вот запрыгнуть. Так, ладушки, я, конечно, попробую. От фонарика, да, значит? Вот так. Замечательно. И
Что, нам надо вниз? Да, нам надо вниз, ребята. Так. Слушайте, ну отметина где-то же здесь стоит. Смотрите, вот. Я уже, по-моему, даже ниже немножко иду, чем нужно. А там не... Там не вариант, ребята. Ха! Зашибись. Ладно, надеюсь, мы все-таки идем с вами правильно. По крайней мере, этот путь у нас еще не открыт. Значит, стопудово что-то правильно мы делаем. Оу, смотрите-ка. Эй. Так, родной мой. Полагаю, ты Клаустра? Эй, а меч у тебя высший класс. Как ты оказался в этой ловушке? Какая ирония, да? Это очень неловкая история. Лучше пойду я на свое рабочее место. Спасибо, что спас меня. Вот тахламоны, я их спасаю, они так со мной и не хотят даже поговорить. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот мы с вами и, в принципе, отгадали загадочку. Мы нашли этого маленького Клаустра, который боится вечно всего. Так, ну что, нам остается лишь, наверное, только сохраниться, да? А хотя нет, ребят, давайте мы с вами отправимся опять к нашим этим друзьям, которые нам задают загадочки, да? И посмотрим, что они ответят нам на этот раз. Что они зададут. Ох, как хорошо-то здесь. Коротенький путь есть. Так, где бы мне вот только, ребят, найти ближайший портал-то, а? Так, секунду. Ага, вижу вот там, вот выше. Это мне нужно как-то выше, блин. Так, цепануться надо, наверное, за стенку, ребята. И уже подниматься наверх. Погнали. Да, и здесь у нас где-то должен быть телепорт. Вот он, родной мой. Ну что же, заходим, наверное, да, ребята? Фух. Так, пойдем поговорим. Ну, здесь нам нечего делать, потому что у нас очень мало сфер. Улучшать нам не получится. Так, ну где там у нас дружище стоит, загадочник этот, вот он. Так, давайте послушаем что-нибудь новенькое. Там, где проклятие наиболее сильно, волшебная ракушка ждет того, кто не боится утонуть. Ох, как. Вы поняли, ребята? Так, ну-ка, бежим быстренько к нашему дружбану. Пускай он расшифровывает это дело, что он тут опять замудрил. Так, давай мне подсказку, пожалуйста. За 300 сфер, хорошо. Ну? Да, я верю ему. Отдаем. Иглогрибная топь, ребята. Следующая локация у нас. Вот оно что. И вот здесь у нас будет как раз отгадочка. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте сохраняться и будем с вами закругляться. Ну а вам всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видосиках. Всем пока и удачи. До скорого.